Жители Махачкалинского микрорайона «Сепараторные» выступили против возведения поликлиники на территории Народного стадиона. Эта земля была возвращена местными жителями в собственность муниципалитета около 3 лет назад. Теперь подрядная организация собирается на участке возвести медучреждение без учета мнения жителей поселка, рассказали общественники. Накануне представители администрации города провели встречу с активистами микрорайона. Нашего лидера, нашего председателя общественного совета забрала милиция. Вот специально, чтобы здесь не присутствовал. Почему такое происходит? Не могу ответить. Разберите, пожалуйста, депутат. Мы хотим тоже здесь, чтобы был стадион. И вокруг этого стадиона, чтобы существовала вся инструктура спортивная. Чтобы люди... Но не поликлиника. Я хочу сказать, что у нас очень большой поселок. Поселок разросся. Вы все видите, вот этих домов буквально год назад здесь не было вообще. Мы выходили, здесь гуляли с детьми. На прогулку взрослые люди выходили. Сейчас, если эти многоэтажки опять будут здесь строить, дальше продолжать. Люди где должны отдыхать? Наши дети куда должны ходить? Постройте хороший спорткомплекс, чтобы площадки для детей были игровые. Задача на сегодняшний день такая: выслушать вас, учитывая ваши интересы, благоустройство общественной территории. Также жители сепараторного поселка через социальные сети обратились к главе республики Сергею Меликову с просьбой оказать поддержку в решении проблем социальной инфраструктуры микрорайона.